Ну что, сегодня пятница, 12 мая, утро, 12, да. Фух, наконец-то наступила весна. Зелененькие все, вот такая нежная зелень пошла в Кемерово, хорошая погодка наконец-то пришла. То было пыльно, невозможно, воздух тяжелый от пыли, дышать плохо. А сейчас вот зелени вздохнуть хоть можно. Такая вот нежная зелень, еще ее мало листочков. Потом будет, что не видно будет среди листвы, но она уже не такая будет, стволов уже не видно. Плюс 15, пасмурно, дожди обещают все от сегодня и до следующей недели, что называется. Фух, ну хоть, ну не лесом, воздух смешанный, конечно, с какой-то фигней чувствуется. Бензином, выхлопом, химией, непонятно чем. Но хоть вздохнуть можно свободно, более-менее, в нашем городе. Птички поют. Зеленая травка.